Уоррен Баффет выступил на онлайн-церемонии вручения дипломов университета Небраски-Линкольна, в котором он сам учился, и дал молодежи 4 совета с позиции своих прожитых лет. Первое. Найдите работу, от которой вы будете получать удовольствие. Не соглашайтесь на меньшее. Работайте в компании или на людей, которыми вы восхищаетесь. Выберите ту работу, на которую, если бы вам не были нужны деньги, вы бы все равно выпрыгнули бы с постели утром. Второй совет. Научитесь общаться. Что очень важно, так как это развитие коммуникативных навыков. Вы должны уметь хорошо писать, хорошо говорить. Заполняйте голову. Сейчас у вас самое прекрасное время в вашей жизни, и это лучший период, чтобы каждый день узнавать новые вещи, которых раньше вы не знали. Нет ничего лучше чтения, если вы хотите иметь пытливый ум. Люди иногда спрашивают у меня, если бы вы могли пообедать только с одним человеком, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? Но, читая книги, можно пообедать с Бенджамином Франклином и с любой другой великой личностью в мировой истории. Это время может продлиться сколько угодно, а вы получите удовольствие от множества идей, с которыми вы познакомились. Четвертый совет от Уоррена Баффета. Не измеряйте успех деньгами или славой. За свои 90 лет я знал много людей, которые стали очень богатыми, но их жизнь не увенчалась успехом. Я знал людей, которые были очень известны своей деятельностью и не стали успешными. Но я не знал никого, кто дожил бы до 70 лет, окруженный любовью близких, и не считал бы это успехом. Ваши дети, ваши партнеры, ваши коллеги, если они будут любить вас, когда вам будет 65 или 70 лет, значит, вы добились успеха. Я видел много людей, у которых было много таланта, денег и славы, но если у них не было любви, их жизнь была бессмысленна.